Ну что, друзья, начнем закаляться. На улице зима, самое время начать закалку. Последний раз я закалялся 2 года назад, обливался холодной водой, но это было в городе и в ванной. Но все равно организм себя чувствовал очень прекрасно. А сегодня я начну со снежных процедур. И начну это все делать, закаливание постепенно. Сначала начну ходить просто босиком по снегу. Похожу пока просто по двору. Босиком, ненадолго. Ох, бодрячок. Вы тоже начинаете постепенно. Не надо сразу холодной водой обливаться. Сильные морозы и на улице. Если вы живете в городе, то начните обливаться с ванной и обливаться просто холодной водой. Начните с ног. И потом постепенно переходите уже на все тело. Вот, а я начну пока просто с хождения по снегу. Вот, все, туда-сюда я прошелся. Ноги у меня закалились, одеваем тапочки, заходим домой, вытираем ноги теплым полотенцем. Вот так будем делать каждый день, пока ноги не привыкнут к холоду и организм наш не привыкнет к холоду. Сначала я начну с ног, а потом постепенно буду переходить на все тело. Сегодня первый день, поэтому начало положено. Ну что, друзья, вытерли мы ноги. Теперь обязательно надеваем шерстяные носки, чтобы наши ноги не переохладились и чтобы мы случайно не заболели. Потому что это наше первое закаливание. Вот, поэтому начинаем все делать постепенно. Никуда мы не торопимся. Выходим на улицу, если вы живете где-то за городом. И по снегу потихонечку. Секунд 30 походили по снегу. И можно заходить домой. Главное это делать не через силу, а с удовольствием и с большим желанием. Ну что, друзья, можете присоединяться ко мне и со мной начинать закаляться. Всем желаю добра, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Всем удачи. Пока-пока.